Каменная Карелия известна во всем мире многие века. Ее слава в петербургских соборах, Московской Красной площади и даже в Париже знает о местных каменных материалах. Малиновый кварцит, гранит, мрамор, красота и долговечность этих камней создают славу республике уже многие столетия. Камнерезное искусство – одно из древнейших проявлений материальной культуры человека. Вспомните наскальную живопись, те же знаменитые петроглифы, первое орудие труда, первые усыпальницы или первые чудеса света. Все это появилось благодаря обработке камня. Но как происходит его добыча? О дне сегодняшнем и об истории каменного дела мы и поговорим. Около 2 миллиардов лет назад на территории Карелии извергались вулканы. Сейчас об этом напоминает габра диабазы и диабазы, сформировавшиеся при остывании лавы древних вулканов. То есть мы понимаем, что 1,5 миллиарда лет назад, плюс-минус несколько десятков миллионов лет, на территории Карелии находилась какая-то череда водоемов. Песочек... Его переносило водой, он где-то отлагался на дне, соответственно, на него воздействовали какие-то температурные факторы, стал образовываться песчаник, кварцитопесчаник. И вот эти кварцитопесчаники стали вмещающей горной породой для вулканической интрузии. То есть вулканы уже не изливались на поверхность Земли, они изливались на глубине. И вот... Продуктом этой интрузии стали габродиабазы, в настоящее время в больших объемах добываемые в Пионерском районе. Примитивные орудия труда, которыми пользовались первобытные люди, уже тогда давало возможность добывать еду, обрабатывать шкуры, сражаться с животными. С развитием труда и эволюции человека началась добыча горной руды, неметаллических полезных ископаемых, минеральных и топливных ресурсов. Люди замечали, что некоторые камни намного крепче других. Выбирая их по характерному внешнему виду, они отдавали предпочтение именно этому сырью. Мы с вами находимся не на Красной планете, как может показаться с первого взгляда, мы по-прежнему в Карелии. Но ощущение действительно такое, что ты находишься будто на Марсе. Вокруг отвесные стены какого-то марсианского кратера, под ногами все розовое, малиновое, красное. Это и есть малиновый кварцит или шокшинский порфир, который дал работу многим местным жителям. Летопись Шалтазерско-Бережного прихода за 1876 год отмечает, что жители преимущественно занимаются и снискивают для себя пропитание занятием каменотесным и ходят в Петербург, Кронштадт, на Шведские острова, где теснут камень, полируют, работают при крепостях, доках, на заводах и фабриках. В те времена добываемый камень именовался шаханским порфиром или вельможным камнем, по всей видимости, из-за схожести с египетским порфиром сургучного цвета. Малиновый кварцитопесчаник представляет собой поистине уникальный природный феномен. Это камень не только красивый, не только презентабельный, но также невероятно твердый, также он очень износоустойчивый. И мы должны добавить, что он один из немногих выдерживает практически зеркальную полировку. Причем эта полировка сохраняется на протяжении долгих-долгих лет. Шаханские каменоломни начали активно эксплуатироваться, когда камень удивительной расцветки понадобился для отделки храмов и дворцов Санкт-Петербурга. Из-за своей красоты, долговечности и в то же время дороговизны шокшинский кварцит шел лишь на отделку дворцов, соборов и памятников. Малиновый кварцит использован при облицовке фасадов мраморного дворца в Санкт-Петербурге, при строительстве Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского собора, Мариинского дворца и многих других зданий. А вот карельские крестьяне, работая каменотесами и каменщиками, строили дома в Москве, Риге и Ревеле, участвовали в строительстве укреплений Кронштадта, каменных набережных Невы, на постройке Великого Сибирского пути, Китайско-Восточной железной дороги и порт Артура.
Каменотесам из Карелии вообще отводилась особо ответственная работа. В 1847 году руками именно вепских мастеров из малинового кварцита вырублен, вытесан и вот так же красиво отполирован саркофаг Наполеона в Париже. Это был первый случай вывоза малинового кварцита за рубеж. Когда это месторождение в кавычках, скажем, было открыто французом Леузоном Ледюком, французы считают себя первооткрывателями этого месторождения, уже на протяжении практически полутора сотен лет это месторождение активно разрабатывалось местными мужиками. И, собственно, когда французы приехали еще только с такими исследовательскими, разведочными целями встречены, они были очень и очень недружны. Помимо гробницы Наполеона, шокшинский порфир использовался в строительстве Ионо-Ишезерского монастыря, расположенного в 20 километрах от села Шокша, и в отделке интерьеров мавзолея Ленина. А вот могила неизвестного солдата в Москве – лучшее место в столице для знакомства с этим камнем. На его блоках высечены названия всех городов и крепостей героев. Есть и легенда, связанная с камнем. Одна из самых длинных улиц в Петрозаводске, Первомайский проспект, после Великой Отечественной войны был полностью выложен камнем. Но мало ли вымощенных улочек. Но именно благодаря малиновому кварциту он считался самой дорогой улицей в мире. Но мода скоротечна, и уже с середины 19 века объемы добычи камня существенно падают. А в 1883 году этот факт описал русский геодезист и топограф, начальник Академии Генерального штаба, член Императорского русского географического общества Василий Витковский. Теперь тут работ нет, и жители жалуются на прекращение заработков, которыми они пользовались многие годы. Повсюду груды крупных осколков, следы приспособлений для перетаскивания каменных масс, теперь мертвая тишина. Карелия занимает видное место в стране по богатству и разнообразию различных горных пород. Известный геолог Владимир Максимилианович Тимофеев в начале 30-х годов прошлого столетия он выделял порядка 980 месторождений различного камня только в Прионежском районе. Это показатель, что Прионежский район он очень богат природным камнем. И, конечно, заметное место в этом ряду относится к габродиабазам, которые добываются в окрестностях деревни Рыбрика. То есть мы знаем, что там есть месторождение Роб-ручей, старинное месторождение. Мы знаем, что есть целый ряд месторождений Другорецкое в районе другой реки. Поэтому тишине здесь никогда не быть. И если действительно один камень выходит из моды, то на смену приходит другой, но тоже из Карелии. Местный. Мы на Шокшинской гряде, которая тянется вдоль Онежского озера, начиная еще за десятки километров отсюда Вознесение. Это месторождение уникально. Оно не имеет аналогов ни на территории страны, ни во всем мире. Другорецкое месторождение. Единственное геологически исследованное и разработанное месторождение блочного габродиабаза. Знаменитого карельского камня. Габродиабаз Другорецкого месторождения известен по всему миру и внесен во все каталоги. Спрос на него постоянен, в первую очередь, как сырье для ритуальных изделий, строительных и отделочных материалов. В мире существует три района добычи блочного габродиабаза. Это Австралия, Украина и Россия, Карелия. Если австралийский габродиабаз дороже в два раза из-за удаленности, а украинский дешевле в два раза, но намного хуже качество из-за большого количества примесей железа, то наш идеален. Это золотая середина по цене и качеству. Он обладает высокими декоративными свойствами, имеет уникальный черный цвет после полировки, морозостойкий и долговечный. Из-за лучшего соотношения цена-качество габродиабаз Другорецкого месторождения пользуется исключительно повышенным спросом не только в России, но и за ее пределами. Здесь более 13 карьеров и еще больше предприятий. Жизнь каждой компании – это
поистине уникальная история развития, история падений и взлетов, история оригинальных, подчас уникальных решений. Но как устроена работа изнутри? Какие технологические цепочки предстоит пройти камню, прежде чем попасть к потребителю? Узнаем на примере одного из месторождений – Другорецкого. Это кадры из киножурнала «Советская Карелия», когда на Онежском рудоуправлении активно развивалась добыча этого камня. Габродиабаз Другорецкого месторождения применялся при строительстве станций метрополитена Горьковская, Черная речка, а также обелиска декабристам в Санкт-Петербурге. Брусчаткой из габродиабаза вымощена Красная площадь в Москве, Дворцовая и Площадь труда в Санкт-Петербурге. Ну а новые карьеры начали активно разрабатываться в начале 90-х. Забой мы открывали с нуля, карелит. В 1994 году примерно так начали мы. Делали дорогу, валили лес, отсыпали там дороги, добывали первые камни. Вот так мы открывали карьер карелит. Я не могу считать себя первопроходцем, потому что со мной работали люди, которые меня учили, показывали мне старые каменотесы вепские. Вот я сам коренной житель. Коренной вепс, вот, и я просто последователь, можно сказать так. С этого времени предприятие прошло путь от небольшой компании до стабильно развивающейся, с полным циклом, начиная от добычи, заканчивая производством готовых изделий из натурального камня. Камень этот востребован, у нас больших запасов, то есть на складах нет. Мы что добываем, практически сразу все отгружается. И ну, он не залеживается, он сразу отгружается. Даже визуально видно, что больших складов готовой продукции у нас нет. Добыча ведется по уровням, их называют горизонтами. Вот они, видны невооруженным глазом. И чем ниже горизонт, тем выше блочность, то есть лучше качество камня. Сейчас работы ведутся на высоте 130 метров над уровнем Онежского озера. В карьере работает много разной интересной техники. Это фронтальные погрузчики, экскаваторы, краны, а также буровые установки. Камень без трещин отправляется в камнерезный цех, где огромные пилы с алмазными наконечниками распиливают камни на блоки. Нам привозят с забоя камни, блоки, скажем так. И у нас есть заявки, которые нам руководство дает. Заявки по готовой продукции. Там и стеллы, подставки, цветники. Вот. Камни, которые привозят нам сюда. Мы ставим вот на эти пилы, которые сзади меня стоят. Три пилы у нас. Одна 2,5 диаметром, другая 2 метра и третья 1,70 метра. Распиливаем на заготовки из камня уже делаем под размер, под заявки. Пила имеет электронное управление и режет камень по определенному размеру сразу на несколько слэбов. Это намного упрощает процесс производства, да и вообще за последние десятилетия техника для камнеобработки значительно модернизировалась. Мы видим, что сегодня те предприятия, которые работают в горнодобывающей промышленности, они вкладывают значительные инвестиции в развитие этих предприятий, что также говорит о том, что в дальнейшем эта отрасль будет развиваться. Если говорить по 2019 году, то более 6,5 миллиардов было вложено. Это закуплена новая техника, оборудование. Управление, вот, когда в советские времена было, да, там, как на пилораме, я вам говорил, да, вот представляете, бревно пилят, вот пилы ходят вертикально, а стол двигался. Это очень медленно и трудоемко. А сейчас, соответственно, на стол положили камень и все, забили программу, грубо говоря. И пила уже сама пили. Затем готовые распилы укладывают в горизонтальное положение и грузят на машины. За последние 20 лет горно-промышленный комплекс республики вырос из группы горных предприятий до целого комплекса, включающего не только компании по добыче, но и переработке и реализации камня. С
Современное горное дело – это важнейшая отрасль, играющая огромную роль в экономике региона. Она достигла колоссального прогресса, но это был очень сложный процесс становления, который занял много времени. Последних 10 лет это были, так скажем, непростые времена в горнодобывающей промышленности, в обрабатывающей промышленности. Если говорить о сегодняшнем дне, то горнопромышленный комплекс занимает ведущую позицию в общей доли промышленного производства республики. В денежном выражении составляет более 33% от общего, так сказать. 10 лет назад это было 14%. Надо отметить, что и в целом перерабатывающая промышленность, именно та, которая сегодня работает на строительных рынках, и спрос на строительный камень, именно ту палитру, которую имеет сегодня отрасль, ну и наши месторождения, которые находятся на территории Карелии, он стал более востребованным. И мы также видим, что по блочному камню за последние 10 лет этот объем увеличились в 1,8 раз. Сегодня предприятия горно-промышленного комплекса вышли на качественно новый уровень. Они обеспечивают не только себя и сотрудников, но и несут социальную ответственность. Мы помогаем району, мы помогаем близлежащим поселкам, поселку Рыбрика в частности. Наш карьер участвует во всяких проектах, мы делаем дороги, мы делаем, вот сейчас был проект к 9 мая, несколько памятников реставрировали, оборудование для спорткомплекса покупали, тренажеры. То есть в таком ключе, конечно же, мы активно работаем с администрацией, стараемся помогать. Не только добыча камня, но и обработка, перевозка и все сопутствующие отрасли развиваются. Есть работа, следовательно, есть и развитие поселений. Ухоженные дома, детские площадки. Одним словом, села не вымирают. На нашем карьере где-то порядка 100 человек, численность работников достаточно большая. В основном работает местное население, это вот как раз представители малочисленных народов. Это поселки Другая река, Рыбрика, Шолтезера. Я думаю, что если спросить у местного населения, они ни в коем случае не будут жаловаться. Здесь они живут в достатке, хорошо обеспечены. И все это благодаря вот этому камню, габродиабазу и развитию вот этого карьера. Так было всегда. Добыча камня выручала и в 90-е, и во время кризисов. Дети маленькие у нас были как раз тут лихие 90-е годы. Мы жили, растили детей, держали хозяйство свое, вот, все вдвоем с женой. В 90-е годы вот сумели дом построить, ну, все, что вокруг дома там сделать. Карьеры никак нельзя со счетов списывать. Ну, потому что они помогают людям жить, помогают детей растить, там свои какие-то планы решать. К этим делам-то тоже, к карьерным разработкам надо относиться тоже, надо помнить и про экологию. И такому соседству многие поселения только позавидуют. История региона знает не один пример, когда в упадок приходили целые деревни и села. Такая судьба постигла и деревни Воринжа, Усть-Яндама, Пегрима. Некогда добротные деревянные дома теперь разрушаются под воздействием времени и сил природы. Сюда захаживают лишь лесные звери, да такие случайные туристы, как я. И вот та самая природа, которая манит в регион туристов, тоже никак не должна пострадать от действий таких гигантов отрасли. Поэтому в горном деле и вопросы экологии выходят на первое место. Зададим их представителю предприятия. Евгений, мы с вами находимся у источника, который течет вблизи карьеров. И я знаю, что местное население било тревогу по поводу его загрязнения. И в частности в интернете даже есть ролик, как вода, вытекающая из него в речку, рыжая. Это ваших рук дело? Отчасти да. Ситуация прогнозируемая была. Мы знали, что так будет. Поэтому на этапе горно-подготовительных работ, когда запускался наш карьер, и в принципе запускается любой карьер, проектом это все предусмотрено, делаются водоотводные каналы, по которым вся вода с карьера собирается в одну общую канаву.
Все это выводится в специальный пруд-отстойник, возле которого мы находимся. Мы сделали двухсекционный пруд-отстойник, который подразумевался у нас проектом. Две фильтрующие дамбы, вот на которых мы стоим в данный момент. Фильтрующие дамбы представляют из собой окол разных фракций и щебень разных фракций, через которые вода протекает, отстаивается, протекает и очищается. И вот можно посмотреть в данный момент, как вот через фильтрующую дамбу выходит уже достаточно чистая вода. Поэтому на каком-то этапе загрязнение имело место быть, но мы приняли все необходимые меры, чтобы это устранить. У нас это получилось. То есть вода грязная по виду, а не по сути. Но есть и другой вопрос, который волнует местное население – отвалы. Но и тут забегу вперед, горняки успокаивают. Любая, в принципе, разработка карьера подразумевает последним этапом – это рекультивация. Этап рекультивации. Соответственно, у нас по проекту мы будем должны на момент отработки карьера засыпать все слоем земли, и отвал, и карьерное поле. По проекту освоения лесов мы должны будем посадить лес. То есть все эти мероприятия проектом предусмотрены, и ну, на момент отработки мы это будем обязаны выполнить. Обязаны выполнить и выполнят. Ну а по-другому и быть не может, уважая тех, кто держит слово. А доказательство тому рабочие, которые идут на карьеры и трудятся целыми династиями. На них и держится все производство. Евгений Ершов отработал на предприятиях горно-промышленного комплекса более 30 лет. И сегодня не жалеет, что выбрал эту хоть и нелегкую, но нужную для региона профессию. Пусть, конечно, я там на карьере и болячек заработал. Вот. Ну, это на, я считаю, что в любых профессиях, если ты нормально работаешь, не прячешься за чужими спинами, то, конечно, заработаешь что-то. Даже если сейчас меня позовут, я покажу экскаваторщику, как выставить камень любой неопределенной формы, и я из него сделаю квадрат. Пока еще у меня здоровье позволяет. Сегодня на местные предприятия идут целенаправленно. Идут уже не первопроходцами, а преемниками, получившими знания на кафедре наук о земле и геотехнологии Петрозаводского госуниверситета. Здесь ведут подготовку компетентных специалистов нового поколения. Им предстоит продолжить дело тех тысяч людей, рабочих, инженеров, директоров, специалистов, ученых, кто за 20 лет смог создать настоящую полноценную отрасль. Значит, у горного дела далекие перспективы. Уважаемые друзья, профессия горняка, наверное, считается одной из самых суровых, сильных профессий, где трудятся люди с богатыми традициями. Эти традиции передаются из поколения в поколение. Можно гордиться этой профессией как одной из самых сильных и мужественных профессий нашего региона. И в преддверии этого праздника я от себя лично и от коллектива Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия хочу поздравить всех работников горных предприятий, их семьи с Днем Горняка. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успеха в вашем нелегком труде. Уважаемые коллеги, горняки, уважаемые ветераны, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Горняка. По традиции, в последнее воскресенье августа мы чествуем мужественных людей, чей нелегкий труд – горняцкое дело. Серьезная и зачастую опасная специальность, которая требует от человека максимальной собранности и выдержки, самоотдачи и подлинной самоотверженности. Вы по праву заслужили много добрых слов, уважения и почет со стороны всех жителей Карелии. И от всей души благодарю всех работников и ветеранов отрасли за огромный вклад в развитие горной промышленности. Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда. Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия. Крепкого вам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Новых трудовых успехов на благо ваших родных и близких и всей нашей любимой Карелии.
За последние 20 лет горная отрасль действительно встала на достойное второе место в республике после лесной и приносит колоссальную прибыль региону, Прионежскому району и рыборецкому поселению в частности. И можно смело сказать, именно благодаря таким компаниям, которые мы сегодня увидели, горная отрасль есть и будет продолжать расти и развиваться, и делая нас с вами и наш край лучше.